Девочки и мальчики, я сейчас вам открою огромный секрет, как научиться чувствовать партнера и понимать его ощущения на интимной зоне. То есть вот если ты хочешь прям понимать, что чувствует мужчина, когда ты к нему прикасаешься и как ты к нему прикасаешься в определенных зонах, в интимной зоне, и то же самое для мужчин. Если вы хотите понимать, что ощущает женщина в интимной зоне, сейчас послушайте меня внимательно. Посмотрите вот на этот плакатик. Вот на этот плакат. Видно? Итак, здесь показаны органы у 10 недельных деточек в утробе, да, у плода. Вот это вот мужской половой орган, это женский половой орган. И обратите внимание, что они совершенно одинаковые. Видите? И мужской, и женский совершенно одинаковые органы. Потом в утробе, когда уже начинает принимать определенный пол плод, у мужчин все вот это вот, грубо говоря, выворачивается наружу. И вот вы видите все вот это уже снаружи у мужчины, у взрослого половозрелого. А у женщины все вот это вот, грубо говоря, прячется туда, в тело. И смотрите, клитор дает такие же ощущения, головка клитора, как головка мужчины необрезанного. У обрезанных мужчин головка чувствительность не имеет такую мощную, как не у обрезанных. То есть она чувствительность теряет, потому что постоянно трется об одежду. Потом смотрите, капюшончик клитора женщины имеет точно такую же чувствительность, как ствол полового члена. То есть если вы хотите примерно хотя бы понимать, что чувствует мужчина, когда вы ласкаете его ствол, представьте, что вы чувствуете, себя полоскайте, да, и эти ощущения перенесите вот сюда мысленно. Теперь, девочки, наши большие половые губы по ощущениям точно такие же ощущения даются мужчине на его мошонке. Не говорю об яичках, которые внутри, да, с ними мы очень аккуратно обращаемся. Я говорю о кожице, которой покрыты эти яички. Теперь смотрите, малые половые губки. По ощущениям, это как у мужчины вот этот шов на члене. А вот эта зона, да, промежность с анусом, с анальной розеточкой, совершенно по ощущениям одинаково у обоих полов. Вот если вы примерно, изучив себя, переложите ощущения на своего партнера, то вам будет легче понимать, как доставить ему удовольствие. Пользуйтесь, на здоровье!